ходе специальной операции «МАК» за полтора месяца текущего лета за посев или выращивание запрещенных растений привлечено к административной ответственности 54 жителя Брестского края. Количество преступлений в этом сезоне увеличилось, но незначительно. В ходе проведения специальной операции «МАК» уже уничтожено около 20 тонн мака и более 6 конопли. Проводятся специальные рейдовые мероприятия, заинтересованные службы, пограничники подключаются, участковые инспектора милиции. Выявляются такие граждане, которые, пользуясь тем, что в сельской местности, в отдаленных местах граждане не проживают долгое время, наркоманы осуществляют посев, незаконный посев, и выращивают наркосодержащие растения именно в этот период. Поэтому такие факты выявляются. Эти люди задерживаются и привлекаются к административной ответственности. Напомним, операция «МАК» на Брещине была объявлена с началом первых летних дней. Ее цель – выявление, предупреждение и уничтожение незаконных посевов. Профилактическая инициатива зародилась еще в 90-х, и за долгие годы проведения операции специалисты отмечают ее эффективность. В последние годы отмечается тенденция роста изъятия из незаконного оборота наркотиков объектов синтетического происхождения. Доля растительных наркотиков на сегодняшний момент составляет примерно треть от общего изъятия. К тому же, что касается растительных наркотиков, здесь имеет место сезонность, то есть наибольшее количество изъятий приходится на летние месяцы. Комплексные профилактические мероприятия будут проходить до прихода осени. Не стоит забывать, что незнание закона не освобождает от ответственности. За случайно выращенный мак или коноплю можно получить как административное, так и уголовное наказание. В так называемый маковый сезон правоохранители Брещины призывают горожан быть предельно бдительными.